В эти выходные в Ульяновске на территории школы номер 81 проходил турнир по историческому фехтованию «Клинок Симбирска». Это 10-й юбилейный клинок Симбирска. Сегодня у нас участники из Нижнего Новгорода, из Самары, из Казани, из Саратова, Рязань, да. Ну и 4 ульяновских округа. 4 судьи, одна диагональ читает попадание по одному человеку, вторая по другому человеку. То есть кто больше ударов нанес, соответственно, меньше пропустил и защитился, тот и выигрывает. Тяжелые доспехи, оружие и жестокость на поле боя не пугают и прекрасный пол. Просто старая резерва. Регер говорит, что это не женский вид спорта. Я посмотрю. Командные бои 5 на 5 по таким, ну, как вольный бой, скажем так, профессиональные правила. Если у нас вообще в фехтовании запрещены любые борцовские приемы и удары руками и ногами, то там разрешены. Там как раз выигрывает тот, кто уронил противника, остался на ногах. В еженедельнике «Комсомольская правда». Константин Меладзе ушел к Вере Брежневой. Загадка пропавшего Боинга. На борту могло быть биологическое оружие. 5 проверенных способов сэкономить на коммуналке. «Комсомольская правда». Узнайте больше.